Добрый день, доброго утра. Сегодня опять дождик, но ничего страшного. Я здесь вышла и собираю, вот хотела показать вам, это бузина. Вот так она цветет. Даже увеличу камеру. Вот видите, какие у нее цветочки? Если всем видно. Вот эти вот цветы, шапочки, собираются и высушиваются. Бузина обладает противовоспалительным средством. Воспаление горла, если полоскать горло, она снимает. Бузина самая полезная тем, что она содержит хинин. То есть хинин, он мощный иммуностимулятор, скажем так. Разжижает она кровь. То есть содержит тоже ацетилсалициловую кислоту. Поэтому очень-очень полезно цветки бузины использовать для разжижения крови. Кровь тогда течет быстрее по венам, по артериям, по капиллярам. Разжижается, проходит быстрее через сердце. Легче. Не быстрее, а легче. Это вспомогательный тогда помощник для нашей кровотворной системы, для органов, которые постоянно толкают кровь снизу вверх. Начинается это, между прочим, с клапанов вен в ногах. Вот они самые первые, которые участвуют в этом осмотическом процессе толкания крови наверх. Так что бузина – это бесценный элемент, который мощный иммунный стимулятор. И листья бузины прекрасно освежают, омолаживают кожу. Женщины, это относится к вам. Заваривать бузину, делать разные маски, обмываться, используйте бузину. Также из цветков бузины очень хорошо на зиму приготавливать сиропы. Будет время, я вам покажу. И еще бузину запекают вместе с пирогами, из нее добавляют в хлеб, делают квас, да чего только не делают, настойки разные делают. Вот я сегодня сделаю примерно оладики с бузиной, то есть панированную бузину. Она очень полезная и очень такая свежая, вообще специфический вкус. Бузина тоже также сильной нельзя сказать, но она диуретик, то есть она тоже помогает мочевыделительной системе очиститься от бактерий, от всяких. Все, что там в почках сидит. Если у кого-то есть песок и камни, пожалуйста, очень осторожно. А так используйте бузину, заваривайте чай. Обязательно чай пейте, прям пейте по чашке в день. Никуда не будет ошибкой. Восстанавливает иммунитет, пробуждает организм. Вообще это дерево колдунов. Это колдовское дерево. Вот, пока что все. Значит, еще что, за чай из бузины очень хорош, он отхаркивающе действует, он действует, открывает бронхи, чистит бронхи. Также, ну, я говорю сейчас за, скажем так, за ангину, за простуду, я не имею в виду воспаление легких. Воспаление легких сейчас нужно использовать тоже эволюцию, идти к врачу и брать антибиотик, но не шутить с этим, потому что так вот, при простудах, при вот этой пейте чай, она будет хорошо вам чистить бронхи, полоскайте горло, полоскайте венцы, если у кого-то воспаление зубов, венцов, то есть пародонтоз, это тоже отвар бузины, способствует, то есть бузина здесь противовоспалительный цветок. Все, я закрываю, заканчиваю, потому что очень сильный дождь начался. И у меня намокрит телефон. Мокрым станет. Пока-пока.